Тем временем первые пассажиры прибыли сегодня в Алматы на новых электричках из Капшагая и Узынагаша. Пригородные маршруты запустили накануне. За проезд платят по 80 тенге. В ближайшее время вагоны оборудуют терминалами ОНАЙ. На субсидирование проекта из городского бюджета выделено 340 миллионов тенге. В первую очередь, здесь не экономическая целесообразность, больше, скорее всего, экологическая. Вот то, что уже сказали, снижение нагрузки на город транспортной. То, что сейчас в городе, какие пробки, коллапс, снижение нагрузки и по транспорту, и, естественно, экологической составляющей. То, что говорим, более 200 тысяч машин ежедневно въезжает с близлежащих поселков, это, естественно, отражается. Современные вагоны оборудованы кондиционерами и телевизорами. Все удобства нового маршрута пассажиры оценили высоко. Говорят, главное – экономия времени. В принципе, электричка, она, мне кажется, во-первых, и разгрузит, во-вторых, должна быть действительно полезна горожанам. Я, может, даже и воспользуюсь. Я думаю, это очень удобно и комфортно, потому что... Так как в городе очень много пробок, начиная с нового сезона, и я думаю, людям будет, наверное, очень удобно и комфортно добираться, ездить, тем более на электричке. А сейчас вот то, что у нас и метро развивается, и железная дорога будет развиваться, я думаю, то это будет только хорошо. Во-первых, людям будет удобнее передвигаться, и меньше будет, очередей.